вот одно из соревнований было, там попросили, как говорится, Владимира Владимировича, там этот, залезть в миску с катыком и найти монетку как раз. И вот я вот так туда тоже. Все ринулись, естественно, там десятки операторов, куча там, как говорится, охранников. Ну и вот я, как говорится, так пролез и как-то сдвинул одного человека, чувствую, он мне мешает. Я говорю, подвиньтесь. И я туда пролез. Он спокойно отошел. Только потом я понял, что это был Метель Шарипович. Оператору творческого объединения Андрею Кузьмину не раз удавалось снять самые лучшие кадры, которые позже войдут в историю. По его словам, оператор-документалист – это человек, которому нужно всегда держать руку на пульсе, а точнее на кнопке камеры –